Беларусь не заинтересована в создании новых разделительных линий в Европе. Об этом сегодня в Риге заявил министр иностранных дел нашей страны. Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, приграничных контактов, развития торговли. В последнее время годовой товарооборот с Латвией снизился до 600 миллионов долларов, хотя в лучшие годы цифра достигала 3 миллиардов. Договорились активизировать работу над совместными проектами и обсудили перспективы сотрудничества Беларуси с Евросоюзом. Необходимо заключение нового рамочного соглашения между Беларусью и Европейским Союзом. Знаете, сейчас ситуация выглядит несколько абсурдной. Мы руководствуемся еще старым соглашением, которое было заключено между Советским Союзом и Европейским экономическим сообществом в 1989 году. Конечно же, оно абсолютно устарело. И оно не соответствует той ситуации, которая существует сегодня. Помимо переговоров с латвийским министром иностранных дел Владимиром Акея запланированы встречи с президентом и премьер-министром соседней страны, а также с несколькими ключевыми министрами.